Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и мы с вами сегодня поиграем в Murder Mystery 2. Давно мы с вами сюда не заходили и не играли. Здесь вышло уже куча обновлений. И, ребята, в комментариях вы все не забывайте про него и просите, чтобы я в него поиграл. И сегодня мы с вами, ребята, продолжим играть в Murder Mystery. И если вам нравится Murder Mystery 2, обязательно пишите об этом в комментарии, мы с вами будем намного чаще в него играть. А перед просмотром, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а мы давайте будем начинать. Ну что, давайте выберем карту и... Да, ребята, от нас тут, в принципе, ничего не зависело. Три человека выбрали карту милитари, да, вроде бы. Давайте посмотрим. Давненько... меня тут кто-то даже узнал. Ну хорошо, 4% на убийцу. К сожалению, я, ребята, невинный. И нам надо, конечно же, сейчас первым делом найти шерифа. И, если что, быть в курсе... Где он у нас находится? Потому что если его убьет убийца, наша задача как можно скорее подобрать пистолет и убить убийцу. Ребята, как же давно я не играл в Murder Mystery. Лучше, знаете, вообще никому сейчас не подходи. Девочка, подожди, не пугай меня. Блин, она так подошла, я думал, что она убийца. Чего? Победа? Вы серьезно? Убийца просто испугался, походу. Он нас испугал. Смотрите, я тут с девчонками один на улице. Ничего себе. Что-то, кстати, да, я заметил, что здесь ребят, парней-то нет. Да, смотрите, одни девочки играют. Это что, девчачья игра, что ли, стала? Murder Mystery, посмотрите. Одни девчонки меня окружают. Так, смотрите, девчонки выбирают карту особняк 2. Ну, хорошо, пусть будет особняк. Я реально не вижу ни одного пацана, ребят. Ну, скин пацана. А, вот, ну, пацан появился, да. Bird 20. И вот здесь, да, вроде бы? Нет, это тоже девчонка. Ладно, будем в два пацана, значит, играть. А если, прикиньте, сейчас сделают меня убийцей, а его шерифом. Прикольно будет. Ну-ка, 6%. Опять я невинный. Ну, ребята, я буду играть до тех пор, пока я не стану убийцей. Хочу порешать всех и вспомнить, каково это играть за убийцу. Так, ладно. Я в нычке пока никуда прятаться не буду. Я хочу узнать. Так, девочка, он там бежит. Прям на меня, смотри, что. Смотри. Не-не-не, сейчас не бежит вроде. Так, ладно. Давайте мы здесь заныкаемся сейчас. Пацан! Фу, ты что меня так пугаешь? Офигеть! Вот это ты, конечно, меня напугал. Так, ну, смотрите. Убийца не хочет палиться в самом начале, да? О, ага, я понял. Где? А, вот она, девчонка, да? Так, ну хорошо. Так, она вот за мной начинает бежать, да? Наша задача сейчас не попасться на ее нож. Да тихо. О, шериф. Шериф против убийцы. Ага, я теперь знаю, где лежит пистолет, ребята. Наша задача сейчас подбежать к этому пистолету. Главное, чтобы этот пацан не опередил меня. Нет, пацан, да не беги ты, не бери пистолет. Ага, его порезали, хорошо. Это хорошо, ребята. Так, девочки, смотри, сейчас бросаться ножами будет. А, не, она передумала. Но надо как-то ее сейчас обмануть, да? Мари. Да ты чё? Да ты чё? Убийца? Почему ты не убила ты её? А у них, походу, договорняк, ребят. Они договорились, походу. А нифига. Я думал, они договорились друг друга не трогать. А нет, смотрите-ка, просто убийца что-то завтыкала и почему-то просто отдала пистолет этой девочке. Я мог забрать этот пистолет, но почему-то я, короче, испугался или что, не знаю. Я думал то, что она убьет эту девочку, потом я подберу пистолет и уничтожу ее. Но в итоге, ребята, конечно, у меня не получилось этого сделать. Кто тут хочет со мной трейдиться? Ну-ка, что ты там мне хочешь предложить? Ничего себе, смотрите, какие он мне ножички-то предлагает. Не, спасибо. Чего? А, я думал, он этот уже просто так мне дарит. Не-не-не, не надо. У меня и так хороший. О, да, ребята, я убийца. И теперь, ребят, смотрите, какой у меня нож. У меня же нож хроматический. Он переливается различными цветами. И он очень дорогой. Давайте посмотрим, кто же будет первой моей жертвой. А может быть, сразу несколько человек, смотрите-ка. Я вижу, девочка, привет. А, ты подожди, стой. Да стой ты, а что ты такая быстрая, я не понял. Подожди. Так, подожди, я разучился просто. Все, нормально, ребят. Ничего себе, как она отлетела. Так, вон там еще стоит, давайте так, оп. А, нифига она, упрыгала. Ты че, на. Я сейчас наперед кину, на. Вот так, все нормально, все, ребят, я не палюсь. Все, я не палюсь, я не убийца. Ребята, давайте будем со всеми вами дружить. Надо сейчас, знаете, что сделать? Надо найти шерифа первого.
Так, главное, чтобы меня никто не спалил и не сказал, что я убийца. А то сейчас меня сразу пропалят и по голове пистолетом. О, вас тут двое. Так, хорошо. Подожди, а у меня должен быть хаст. Подожди, у меня должен быть хаст. Почему я не такой быстрый? Так, ладно. Тут, а, вон шериф, да? На. Так, на. Да как? Как ты? На тебе. Попал. Ребята, вы видели, какой удар-то был? Так, вот здесь у нас получается пистолет, да? Так, тут рядом с пистолетом никого нет. Так, ладно. Ага, девочка, привет. Привет. Хо-хо-хо-хо, смотрите, какой у меня эффект, а? Уничтожителя. Делает сразу всех черненькими. Так, ладно. Походу, сейчас подберут пистоль, да? Да, девочка сейчас подберет пистолет, и у нас будет с ней ПВП, ребята. 1-1, шериф против убийцы. Так, ладно. Ладно, я понял. А, не подобрала она? Чего? А что ты не подобрала-то? Где она вообще? Она где-то прячется? Я не понимаю. Она только что здесь была. Да запрыгни ты уже. Я не мог запрыгнуть. Где она? Подожди, она где-то здесь бегала. Только что на улице. Я ее видел. А, вот ты где. А что это ты это? Не подбираешь-то, я не понял. Вот и все. А, еще кто-то остался. Смотри, у меня 40 секунд, ребят. Так, ладно. Кто-то еще остался где-то. Возможно, он просто стоит АФК. А я об этом не знаю. Ну, найти мне будет сейчас его не так-то просто, потому что он реально мог где-нибудь спрятаться. Дай хотя бы знак. Дай какой-нибудь знак. Может быть, тут где-нибудь кто... О! Ничего себе! Я ее все-таки нашел, смотри, она реально тут пряталась. Так, и... Нет, тут нет никого. Капец! Я просто проверил это место, и реально она там оказалась. Ну, я, походу, ребята, проиграл, потому что еще кто-то в живых остался. Вот это жесть. Что-то много народу, да? Так, тут никого нет. Ну и все, это ГГ-шечка! Где ты? Покажись, где ты прятался-то хоть? О, ребята, я 40-й уровень, время вышло, ну слушайте. Я давно не играл в Murder Mystery, и это моя первая игра за столь длительное... Неиграние. Я не знаю, ребята, как я еще вообще не умер от шерифа, но, в общем, все, мне кажется, произошло довольно неплохо. Давайте посмотрим, может быть, мне сейчас дадут шерифа? Я бы не отказался за него поиграть. Ну и что, 3%? Невинный. Не, ребят, ну ладно, давайте сейчас попробуем достать пистолет самостоятельно. Если шерифа убьют, наша задача стать шерифом. Невинным шерифом. Так, ладно, ребята, главное сейчас никому не подходить. Так, вот девочка за мной бегает, она какая-то опасная. Да отвали ты, отстань ты от меня. Там кто-то стреляется, шериф, в общем, там, в той стороне. Я не знаю, кто убийца. Кто? Кто стреляется, блин? Кто? Ай, какие же вы все опасные, блин, ребята. Так, ладно, я спрятался. Кто стреляет, я не пойму. А, вот эта девочка, что ли? О! Где, кто? Кто, где? Вот эта девочка, походу, за мной бегала. Нет, не она. А кто? Кто? Да я так и думал, что это она! Я так и думал, что это она! Она меня взяла и уничтожила. Ну, капец, просто! Ну, вроде бы подбежала такая, да, сначала не трогала меня, а потом взяла и уничтожила. Давайте посмотрим, где она тут вообще. Вот эта девочка-шериф получается, а убийца, вот она. Солодочка. Смотри, сейчас всех будет... А, шериф кого-то вообще не того убил. И сейчас, походу, эта солодочка всех порешает вообще, ребят. Вот, получается, пистолет, смотри, она увидела, она сейчас будет его охранять и не даст никому его подобрать. Вот, смотри, давай. Давай, девочка, подбирай, убивай ее. Нет, она не успела, ребят. Она промахнулась и не смогла уничтожить эту солодочку. Ну, походу, ну, вот эту только осталось найти. И вот эту в комнате. Ну, в комнате она, в принципе, найдет. А вот эта, которая заныкалась в телевизоре, да? А, в подвале в телевизоре, то, скорее всего, она ее не найдет, наверное. О, смотри, как я лежу, ребята, смотрите на меня. О, мне плохо, да, ребят. Одного из самых первых она порешала. Ну, не знаю, сможет ли она найти, конечно, оставшихся. Вот эту, кстати, она сейчас найдет. И останется только последняя, которая спряталась. А что это она, смотри, не режет, а? Давай режь, что ты не палишься-то? Оп, все. И эта девочка начала палиться. А, нет, все-таки, смотрите-ка, она заныкалась.
Она заныкалась и остается. Я не знаю, сколько времени, но в принципе достаточно много, мне кажется, еще. И смотри, она может сейчас проверить. Она может проверить. Да, ребята, она спустилась. И сейчас будет проверять все места, смотрите. Нет, телевизор она не проверила. А, нет, проверила. Вот эта солодочка, конечно, молодец. Всех порешала, ребят. Убийца победила. Поздравляем. Ну что, 5%? Да ну дайте мне шерифа. Почему мне не дают шерифа? Да появилась возможность донатить убийцу или шерифа. Нет, ребят, как не было этой возможности, так и нет. Чтобы у всех были равные проценты и шансы, да. Зато смотрите, какой прикольный ножик-то есть, а? За 1700 рубаксов. О, убийца там уже бежит по канализации за мной. Она бежит? Нет, ребята, она остановилась. Но она, походу, схлестнулась. Она бежит сюда, она бежит сюда. Уходим отсюда. Девочка! Да, блин! Дай мне пройти! Девочка помешала мне! Капец! Все, нормально, да? Сейчас она оттуда вылезет. Капец, я испугался! Я думал, она мне сейчас помешает. Вот эта солодочка была убийцей в предыдущем раунде. Всех порешала. Так, ну, я, короче, бегу к шерифу. И хочу рядышком с ним бегать. Вот. Не, подожди-ка. Или шериф солодочка, я не понял, ребят. Может быть, кстати, они какие-то похожие. Да, вот эти девочки-бекончики. Давайте-ка мы с вами будем сейчас следить за всеми. Так. Кто убийца-то, кстати, я забыл. А, какая-то светлая девчонка, да? Какая-то светлая девчонка. Вот она, убийца. Да, они оказывается, у них тут батл уже происходит. Смотри, шериф не может попасть. Давай. Да попади ты! Ага, попала. Угу. О! Ну, смотрите. Снова шериф стреляет и не может попасть. Ну и смотрите, настоящая матрица! Что происходит? Она еще как-то, смотрите, гравитация какая-то у нее немножко другая. Она прыгает, смотрите, медленно как-то. Что это такое? Это реально матрица. Она включила мод матрицу. Что происходит? Дайте мне пистолет, я попробую в нее попасть. Шериф промазал и попал по-другому. Ну, походу, это ГГ, да? Для всех, походу, сейчас будет. Смотри, все пытаются подобрать пистолет, и никто не может в нее попасть. Вы серьезно? Так, ладно, я попробую. Так, чел, погоди. Так, дай. Блин, ну она быстро перемещается, слушай. Ну все, теперь уже, походу, никак не подобрать, потому что она сейчас будет охранять пистолет, смотрите. Два человека осталось, а вообще просто все охотились за пистолетом, ребята. В итоге всех жадность сгубила, мы остались вдвоем. Смотри, кемпер пишет. Ай, ну, типа, мы можем просто стоять, ждать, ребята. И все. Она так и будет стоять, скорее всего, около пистолета. Она не даст нам никаким образом вообще подобрать его, ребят. Если я сейчас подбегу, я сразу же умру. Потому что она, смотрите, просто кликает постоянно на атаку. И я не смогу подобрать. Не смогу подобрать этот пистолет. Только если, конечно, ее как-нибудь отвлечь, типа вот так. Оу! Оу-оу-оу-оу! Вот так вот. И другой подберет. Иди сюда! Иди сюда, смотри, нуб пишет, нуб кемпер. Ну смотри, она, кстати, даже не бросает нас ножик почему-то. Может быть, не умеет, либо же боится, я не знаю. Победа. Ребят, ну мы все равно победили. Так как она все-таки не смогла нас убить, выжившие побеждают. Ребят, всем большущее спасибо за просмотр. Не забывайте, конечно же, ставить лайки. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.